До компании Vision у меня два высших образования. Я был студентом. И единственную работу, которую я нашел, это была работа за $50, которую я получал за месяц. Этих денег нам с супругой хватало только для того, чтобы снимать квартиру. Супруга сотрудничала с компанией уже больше период времени. Я был категорически против этого бизнеса, я не рассматривал его серьезно. Для меня решающим фактом стало это заработки моей супруги. Я изменил свое мировоззрение, я согласился сотрудничать с компанией. И все, что сейчас, все, что мы имеем сейчас, это благодаря компании Vision. Мы купили квартиру, мы купили машину, мы много ездим, приобрели очень много друзей в компании. То есть мы живем так, как мечтали. Самый мой большой результат, наверное, это успех моих дистрибьюторов. Потому что сегодня я их увидела на сцене, они вели VIP-марафон, и это для меня большое счастье. Это дистрибьюторы моей первой линии, Штефан и Мария Русна, моя гордость. А для меня лично, что дал Vision? Ну, знаете, ну, он все дал, абсолютно все. Он дал мне здоровье, он поменял мой менталитет, он изменил мою жизнь, он изменил жизнь моих детей к лучшему. И я себя не вижу без Vision. На сегодняшний момент у меня очень хорошая структура, которая развивается в разных городах и странах. Вот. У нас очень хороший чек. Компания Vision сегодня сделала возможным работать в этой компании вместе с моим супругом, чему я очень рада. Мне это очень нравится, что я не занимаюсь традиционным бизнесом. Мы с женой дистрибьюторы. У нас развивается бизнес в городах Украины, в других странах. В Молдавии начали развитие бизнеса. И что дал дала компания Vision? Наш средний ребенок имеет возможность учиться в Париже в университете. На сегодняшний день я живу в другой стране, сегодня я живу в Румынии. Это дорогая страна, это Европа, я свободно передвигаюсь по этой стране. Я снимаю свободно квартиру, я содержу свою семью, которая живет в Кишиневе. Я приобрел квартиру, и не одну, а вторую уже приобрел за счет компании Vision. Компания дала мне прекрасные возможности в этом отношении, что касается финансового положения. A társaság előtt csak a vállalkozásom volt, most azóta viszont kettő lábon tudunk állni. Потому что до встречи с компанией я стоял как бы на одной ноге, когда занимался предпринимательством. Теперь я стою прочно на двоих ногах. És ez ad egy nagyon-nagyon nagy nyugalmat tulajdonképpen a mindennapjainkban. В первую очередь, каждый день мне дает, в первую очередь, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Tudjuk azt, hogy számíthatunk a társaságra mindig. Я знаю, что я всегда могу рассчитывать на компанию.